сегодня работает узко. Две заброшенные шайбы подвел Волк свою команду. Неаккуратно выбросил снаряд. Бросок Ковальчука и гол! 3-3! Капитан СКА сравнивает счет в матче! Не получилось реализовать пули, но получилось использовать большинство. Три большинства используют хозяева площадки! Возвращает себе Ковальчук статус лучшего бомбардира КХЛ. От штанги шайба отлетела в ворота. Набранных очков. Юбилейный 30-й балл.